Мне, конечно, очень хочется, чтобы он меня превзошел. Как минимум, хотя бы добиться того, чего добился я. Александр Иванской, как и любой родитель, мечтает, чтобы сын смог показать результаты, превышающие его собственные достижения. Конечно, это будет сложно, в том числе и с моральной точки зрения. С самого начала карьеры Александр Иванской-младший находился под определенным давлением. Давлением фамилии своего отца. Волей-неволей их сравнивали, подмечали что-то общее, находили различия. Но с первых стартов Александр громко заявил о себе. Впервые в боевой скачке он принял участие в 17 лет, а уже через год одержал дебютную победу в призе первой группы. По итогам сезона 2019 Иванской-младший получил звание мастера жокея в 24 года. На его счету уже больше 30 побед. И ведь он находится только в самом начале своего пути, продолжая дело отца Александра Иванского-старшего. Как папа. Только лошади, только скачки. Сынок. Нужно соответствовать отцу. Он стремится, чтобы стать таким, как отец его. Это его стимулирует. То есть, раз папа на высоте, я тоже не должен ударить грязь лицом. Ну да, фамилия, конечно, что-то нереальное. Нельзя было упасть. Газует, я тебе говорю, аж приседает, пищит. Ну, если с самого-самого начала, то родился я вот в Ростове-на-Дону, в ЦГБ, это Центральная городская больница. Ровно 3 минуты ходьбы от ростовского ипподрома. Как меня только выписали с мамой из больницы, сразу же грудным ребенком меня принесли на ипподром. Можно сказать, сразу к лошадям. Мы посадили его в годик на лошадь. Каждую вечернюю шаговку я приходила на конюшню, брала лошадь рабочую, сажала его охля перед собой. И раз кругом жара 30 градусов и выше, мы шагали. Иначе у нас был скандал в семье. Плакал, он хотел ездить на лошади, хотя, в принципе, он еще как таковой-то ничего и не понимал. Ему было годика 2 от силы. И тогда уже вот в 2 года он пытался вырвать у меня повод. Там ему не нравилась тихая езда, он пытался что-то там ногами. Уже, короче, быстро ему хотелось ехать. Он, когда видел лошадь, его так вот трусило его. Вот он тянулся к лошади. Это в полном смысле этого, это правда, да. Без преувеличения можно сказать, что все детство Александра Иванского-младшего прошло на конюшне. Отец – знаменитый жокей, который в год рождения сына как раз выиграл первое дерби в карьере. Мама также работала в конной сфере. Казалось, другого пути, как пойти по стопам родителей, у Саши не было. Но Валентина Иванская была против того, чтобы ее сын становился жокеем. Мне хватало одного жокея в моей семье. Это очень тяжело и очень тяжелый труд. Я сама всю жизнь проработала в коневодстве. Нет ни выходных, ни праздников. Тяжелая физическая работа. И я этого своего сына просто не желала. Я хотела чего-нибудь другого, но точно не коневодство. И у меня, мы это все обговаривали в семье, что наш сын жокеем не будет. Но как-то он, ну, втихаря от меня, уже когда, наверное, класс 9-10, он ходил на проездки до Якова Евгеньевича Мана. Да, я об этом не знал, и мать тоже не знала. Ну, то как бы в школе, все, а в свободное время он ходил на проездки. И все, потом мне поступила информация с ипподрома, мне позвонили в Москву. Ну, просто как бы не то, что сдали его, а просто как бы, вот интересно, вот сын твой на проездках ездит. Я был в шоке, конечно, да. Я позвонил Якову Евгеньевичу, он говорит: «Ты не переживай, он говорит, у тебя здорово ездит». Я думал, как-то так получилось, что он стал ездить на проездках.
И вот все потихоньку пошло, пошло, поехало. Все началось с ростовского ипподрома, родного для Иванского-младшего. Там он провел сезон, но вскоре было принято решение, что если Саша хочет дальше продолжать заниматься конным делом, ему нужно покинуть дом и переехать в Москву. Для меня это было... Даже если он уезжал и к папе, он уезжал к папе в Москву. Но получалось так, что я без него была. Как бы для меня это было, конечно, тяжеловато. Но потом все это переварилось со временем, конечно. И получилось все нормально. Иванской-младший наряду со своим отцом стал штатным жокеем в тренотделении Евгения Неумывакина. И можно сказать, что именно с этой конюшни на центральном московском ипподроме началась серьезная карьера Иванского. Здесь он получил первые уроки жокейского мастерства, в первую очередь от своего отца. Александр приехал сюда в момент еще школьного возраста, очень молод. Опыт был уже, конечно, работы с лошадьми. Потому что он работал на ростовском ипподроме у своего крестного Александра Михайлюка. Но этого было не предостаточно, так как хотел показать, потому что ипподром был уже заполненный, да, молодой. Хотел показать свой опыт ростовский здесь, на московском ипподроме. Но, к сожалению, мы с отцом ему сказали: «Саша, пока не торопись». В дебютном сезоне Александра Иванского ему в работу попала арабская кобыла Кимчук Ривер. С этой лошадью он впервые ощутил, что значит приходить к финишу первым в престижных призах. Вместе с ней он выиграл 8 скачек, в числе которых 2 первой группы. А в большом призе 2013 года Иванскому-младшему удалось впервые опередить своего отца. Первую скачку я помню в Москве, когда они вместе скакали. Он ему говорит: «Пап, если я тебя объеду, ты, пожалуйста, не обижайся». И да, и он его объехал и говорит: «Пап, ну прости». Говорит: «Так случилось». Это всегда доставляет мне такое удовольствие, просто нереально, когда мы с батей едем в одной скачке. Когда прям съезжаешься с ним стремя, и ты едешь, и вот он, отец рядом, и ты едешь, получаешь просто колоссальное удовольствие от этого всего. Как бы мы не только отец и сын, мы еще и друзья, и с чувством юмора у него все, слава богу, хорошо, да? Я ему все время говорю, если в одной скачке едем: «Ты же, говорю, смотри, я, говорю, поддаваться не буду, я, говорю, держись. Я тебя обыграю». В общем, какая-то такая, такой монолог смешной всегда. Очень тяжело. Не морально. Морально классно, все супер. Но когда ты уже доезжаешь до финишной прямой, когда надо ехать, ты смотришь на его, вот как вот все это он супер делает, как все это у него получается. На этих просто коротенных стременах. Но для меня нет разницы, сын рядом едет, да, или там другой соперник, все. То есть борьба быть должна честной. Честность должна быть честность. По скачке должна быть честность. То есть как бы всегда спрашивали, провоцировали, могли бы вы где-то там уступить ему. Я могу сразу сказать: нет. Когда поменьше был, думаю, са там классно обыграют. Круто, наверное, можно сказать, было бы для меня. А сейчас нет, а сейчас надо всех обыгрывать. Переезд в Москву позволил Саше не только усовершенствовать свои жокейские навыки, но и больше времени проводить с отцом. Александр Иванской-старший всего себя посвятил скаковому делу. Постоянные тренировки, скачки на разных ипподромах страны, зарубежные командировки. С семьей виделся редко. Папа, все на папу смотришь. Папа скачет. Итак, уважаемые друзья, перед вами победитель приза президента Российской Федерации.
Дома он постоянно мало находился, с семьей мало времени, постоянно зарабатывал, вечные командировки, то туда, то сюда. Я просто себе в свое время поставил цель, это вот я первый раз на камеру такое, я поставил себе цель быть жокеем и хорошим жокеем. То есть золотая середина меня не устраивала. Просто вот по характеру, да? Или я буду хорошим жокеем, или я вообще не буду жокеем. Всем смертям назло, как говорится, он добивался, он это все заработал своим трудом. Он делал по 10, 11, 12 галопов в день, каждый божий день. Я трудоголик, и как бы мне это все, может быть, и нелегко далось. Мало времени мы с ним проводили. За год там по 2-3 месяца его видел буквально. То есть и все. Постоянные разъезды. Я поцелую. Спасибо. Но сегодня отец и сын неразлучны. Для Саши папа сейчас, как и в самом начале карьеры, тренер, кумир и пример для подражания. Они стараются находить время, чтобы увидеться хотя бы на несколько часов, поговорить о прошедших скачках, поделиться мнением. Саша, как и 7 лет назад, когда только-только дебютировал на ЦМИ, все еще учится у отца. Махал в субботу. Кого, Френкель? От Оазис Дрима. Ну? Он на 2 года расшел, спина у него. Красивая. Вот. В 1:00:05 был, и так легко, и... Самый первый, да, мой советник, наставник. Скажу, наверное, так, зачем что-то фантазировать, когда у меня есть живой пример. Вот. Поэтому всему лучшему учусь у папы, естественно. Что-то он всегда подскажет, что-то там подкорректирует, исправит в плане посадки, езды и всего остального. Но он мне подскажет так, чтобы это было мне, ну, мне удобнее и лучше, а не то есть, чтобы там, как он сам делает, вот, в этом варианте. Я не хочу, чтобы он был звездой. Я хочу, чтобы он был нормальным, хорошим, порядочным человеком, и чтобы он и в профессии, чтобы он состоялся как хороший жокей. Папа многое тебе дал? Наверное, все. После школы Центрального московского ипподрома Александр Иванской-младший вернулся в Ростов. Проведя на родине 2 сезона, Саша перешел на работу на конную ферму «Кентавр», отправившись в Пятигорск. На ипподроме Ставропольского края он выиграл ряд призов. Однако знаковым этот переезд стал не с точки зрения карьерного роста. В Пятигорске Александр познакомился со своей будущей супругой Марией. Я видел ее в социальных сетях. Это мне было, наверное, лет 15-16. Попалась мне ее страничка. Да, зашел. Ну, я знал, что она, я там узнал, кто такая, просто так. Для интереса, для меня. Ни о чем даже не задумывался. Тогда вообще подумать не мог, что это моя будущая жена. А увидел я ее вблизи. Это было по проездке. Прямо мы встретились вот друг напротив друга. Она работала в Терском конном заводе. Лицом к лицу мы с ней встретились. И все, я думаю, ва, что за девочка. Понравилась с первого взгляда, да, прям зацепила. Просто познакомились как товарищи, можно сказать. Поняла, что это мой человек. Гуляния ночные до утра. Просто приходишь домой, там что-то умылся, полчаса сразу на работу. И просто в один момент щелчок, как щелчок в душе, знаете, в сердце, что для себя, во-первых, влюбился, да, как последний там пацаненок. Как-то вот общение было, как будто бы мы уже очень долго друг друга знаем, знакомы. У нас как-то не было вот такой вот прям притирки. У нас как-то уже было все, как будто бы мы стали вместе. Судьба. Я сразу понял, что
по пути в совместную жизнь другого человека вообще я видеть не хочу. И что это самая идеальная девушка, которая станет мне женой. Мы встречались 3 месяца. Через 3 месяца он сделал предложение. Большого удивления, наверное, у моих родителей не было. Большое удивление, наверное, было у папы, у Саши, но... Да, правда, да. Но в этом плане он, если честно говорить, он весь у меня. Да, весь у меня. Пообщался с ним, как бы объяснил, что это на всю жизнь. Ну, он говорит, ну смотри, это твой выбор по жизни, по жизни выбор твой. Дерзай. Только, говорит, не вздумай обижать. Да. Такое наставление маленькое. И мама тоже, да, удивилась? Или мама спокойнее восприняла? Мама, по-моему, моя уже не удивляется ничему на тот момент, да. Первым испытанием для молодой семьи стал переезд в Лабинск. Саше предложили работу на конном заводе «Прогресс». Решение принимали всей семьей. Перейти на должность штатного жокея такого стабильного предприятия было серьезным и ответственным шагом, как с профессиональной, так и с личной точки зрения. Вы знаете, для меня, конечно, это вообще было сюрпризом. Он сам позвонил, он мне уже сказал: «Мам, я пойду в «Прогресс». Я говорю: «Ну, ты же понимаешь, что лошади там серьезные, скачки серьезные уже будут на совсем на другом уровне». Он сам это понимал, идя сюда, что у него есть, конечно, шансы, но скакать он будет на вторых лошадях. Не бойся, малыш, ну не бойся. Ну что ты, не привык к такому проявлению интереса. С этим все что угодно. Ну, он такой любознательный, он может еще и в камеру к тебе залезть. За мужем тоже поехала сюда, «Прогресс». Да. Как этот переезд дался? Очень тяжело, потому что я 4 года работала в одном месте, меня все устраивало, я любила свою работу. Но я понимала, что если я выхожу замуж, то я должна идти за своим мужем. Ну, во всех планах было тяжело, потому что не было ни друзей, ни знакомых. Я не знала вообще город, никуда не ходила. Ну, сидела целыми днями, можно сказать, дома. Иногда мое развлечение было это прийти на работу к Саше. А, на речку? Да, все лошади туда заходят. Малыши еще не все приучены к швангу, к напору. А так в основном, да, вот сейчас пока холодно, все на речку ходят. Сейчас мы уже обжились, я уже себя, ну это как мой второй дом, я себя здесь чувствую в своей тарелке. Приготовились, поехали! Вторым домом конный завод «Прогресс» стал не только для Марии, но и для Александра. Он смог доказать и владельцу, и тренеру, что они сделали правильный выбор, позвав его на должность штатного жокея. Уже в первой своей скачке в зелено-желтом камзоле, в призе в честь 150-летия официальных и подробных испытаний на Кубани, он одержал победу. И по финишной прямой вперед вырывается «Прогресс». А вот тогда Бернт. Все было сделано не зря. Что мы все-таки решились пойти, потому что мы поехали сюда прыжок в никуда. То есть мы не знали, что нас здесь будет ожидать, сложится ли работа, то есть получится ли у него работа с тренером, с коллективом. Ну, то есть мы как бы вообще не знали, что здесь будет. Получится у нас ли здесь как бы обустроиться. Ну, все, слава богу, сложилось. Это моя самая любимая как бы в конном заводе «Прогресс». Не чемпионка, конечно. Но зато душевно. Это же Little Hen, это да. Мальчик. Нет, девочка. Почему Little Hen? Маленькая звездочка. А почему он зовут Little Star? Че? Почему английский? Ну так назвали, она рожденная в Ирландии. Ну-ка, Литруша. Так у нее проблем нет. Ну, просто ноги восстанавливаются, да. Я пробовал себе на ноги ставить. Знаешь, какая разница, просто нереальная. Потом, когда ее смываешь, ну, если передерживаешь, уже обратный эффект идет, и оно греть, когда начинает, уже плохо. А вот, ну, на лошади сколько? Ну, полчаса, 40 минут. Мне нравится, как он по сыли едет. Мне нравится, по сыли и в хлысте одновременно едет.
как бы немножко даже побольше нравится, чем отец его. Едет именно в хлысте и в посыле. Чего она, Саня? Ходу просит. Перезагрузилась, да? Ему надо немножко жесткости добавить. Именно жесткости по езде. Если он жесткости добавит, то он отца произойдет. То не расслаблялся, так у него есть потенциал, все. Маша держит его в руках хорошо. Свою работу он выполняет, даже помогает коноводам, то, что он жокей не должен делать. Ну так, шутит, но редко. Все о скачках, о лошадях. Однако дебютный сезон за «Прогресс» вполне мог завершиться для Александра уже после второго скакового дня. Иванской-младший на кобыле по кличке Патрисия вышел на старт в пробном призе. Однако завершить испытание им не удалось. На финишной прямой кобыла сломала ногу. Падение. Прямо под копыта скачущих позади лошадей. И все это было настолько пугающим, что этот момент даже не попал в официальный видеоотчет Краснодарского ипподрома. Как сломалась нога, я четко слышал. Да, как сейчас помню. Вот мы ехали, мы уже выехали на финишную прямую. Она у меня с левой на правую ногу сменила. И все, и такой жестокий хруст, прям аж мурашки по коже сейчас говорю. И все, и отключила меня просто. Это было ужасно, потому что я уже была в положении. Ну, естественно, когда шла скачка, естественно, я смотрела на него. И когда он падает, это одна эмоция плохая. А когда его еще следом сбивают лошади, это еще хуже. Но он лежит без движения. Люди, что-то происходит. Я сначала вообще не понял, что происходит. Смотрю тут. Шевелиться страшно было. Я сначала хотел сразу встать. Мне врач говорит, лежи, не вздумай дергаться. Видимо, болевой шок прошел. Я просто почувствовал, как все тело разрывается от боли. У меня вот так все бриджи в крови, как сейчас помню. Вот так, короче, камзол даже ремонту не подлежит. Вся спина порвана. Ну, естественно, очень сильно испугалась. Но, несмотря на это, я быстрее всех к нему успела побежать. Увидел Машу, увидел ее, успокоился. Я помню ее лицо, тоже выражение лица, она белая, бледная. Где мама? Маму, оказывается, в соседней скорой откачивают. Да, Маша у нас молодец, Маша там была с ним, а я как бы я не могла. Все это очень тяжело, конечно. Очень страшно видеть, как-то разбивается вообще твой человек, независимо. Просто я это уже проходила с Сашей. И когда вот Саша маленький вот упал, то это было для меня просто трагедия, потому что это еще и ребенок в первую очередь. У Александра Иванского диагностировали перелом ключицы и ушиб левой почки. Врачи рекомендовали ему месяц воздержаться от тренировок. Но Саша хотел вернуться в седло как можно быстрее. И был скаковой день Анилина, и на которых он на лошадях должен был скакать. Хамзат 3 приза выиграл, раз вторым. Он пришел, говорит, все, я буду руку перевязывать, на следующей скачке я поскочу. Вот это мне его понравилось, сила воли он такой сказал. Я, говорит, не собираюсь сидеть долго. И я потихоньку разрабатывал плечо, да, вот потихоньку. Но до сих пор, даже на камеру, вот так сделать могу, вот этой вот так могу поднять, а левой так не могу. До сих пор верх не поднимается, да. И на тот момент даже до середины не мог. Главное, мог толкать. Вперед-назад руки ходили, все это меня так успокаивало. Через боль, через все остальное я взял себя в руки, сел в седло, но обязательно я хотел проскакать. Резон форсировать процесс выздоровления был. Через полтора месяца после падения Александр Иванской должен был выступить вместе с Гектором в краснодарском дерби.
главному трехлетнему призу. На Краснодарском ипподроме Гектор подходил одним из фаворитов. Иванской-младший успел полностью восстановиться и настраивал себя только на победу. На тот момент он был в пике своей формы. Я знал, что если его не торопить, то концом он должен выстрелить, ну, что он потом, естественно, и сделал. Меня эмоции начали захлестывать, когда был выход на противоположную прямую, где он уже проехал отрезок 1000 метров, он уже там занял третью позицию, он ехал в своей траектории спокойно. Я даже не сомневался, что он выйдет на финишную прямую и одержит победу. Алексей Иванович Волик на Stone Flow начал, да, свой бросок вот тогда, когда мы с ним уже почти съехались, тогда я немножко запаниковал. Не то, что не поверил в себя, но думаю, конь точно устоит, лишь бы у меня физических сил хватило. Уже, можно так сказать, старался изо всех сил там выталкивать, толкать, работать на Гекторе в посыле, в хлысте. Проехал довольно вообще. Очень мастерски, здорово. Мне понравилось. Я прям немножко аж удивился. Он был счастлив, как никто. Поэтому, ну, я был, конечно, счастлив все. И отца поздравил, я его говорю, что хорошего, говорю. Единственное, что надо было, еще одного такого жаке. А мы смотрели по телевизору трансляцию в Москве. И в этот момент там отказала аппаратура в Краснодаре. То есть скачки, трансляции, дерби по телевизору не было. Я хотел разбить телевизор, я так переживал, уже вот они форкентер сделали, все уже перед боксами шагали, и оборвалась трансляция. И потом уже какое-то там несколько минут прошло, вновь появилась картинка, и объявляют, что победил Гектор под седлом Александра Иванского. Ну, наверное, и крыша просто плотно сидела. Я так кричал от радости, серьезно. Да, просто на седьмом небе отчасти. Да, словами так не передашь. Это надо чувствовать, наверное. Каждому человеку, дай бог, такого почувствовать. Я надеюсь, это мое не последнее. Да нет, я уверен, что это мое не последнее дерби. год для нашего героя стал по-настоящему знаковым. Ему покорилось краснодарское дерби, мечта многих конников. А чуть позже в семье Иванских случилось еще одно радостное событие. В семье Александра и Марии родилась дочь Ева. Воздушный поцелуй, покажи. Покажи в камеру воздушный поцелуй. Как Фрэнки Ди Тори. Вот так, давай, поцелуй, покажи. Реклама. Вообще кардинально все изменилось в моей жизни. Должен быть я теперь по жизни ответственный, должен там задумываться о том, что делаю, о том, что не должен делать. И немножко и отношение к работе поменялось, будем так говорить. Ну, стал, конечно, намного серьезнее. Потому что на мои плечи упал очень, очень важный жизненный груз, который я буду тянуть, сколько в моем теле есть сил, столько я и буду тянуть до последнего. Вот ты все замечаешь. Иди поцелуй папу. Он ее очень сильно любит. Это папина дочка. Похожа на папу? Да, очень сильно. И не только внешне, но и характером. 90% похожи на него. Как? Да, лошадка. Скучаешь, чего-то не хватает. Вот когда даже там 4-5 дней она находится у тещи, у своей матери Маша. И ну домой приходишь, вот там в окошко с работы идешь, она там уже тарабанит, она тебя уже встречает. А так приходишь домой, пустота, все, как будто кусок души просто оторвали. Опа! Поймал, становись. Дан старт третьей скачки, ловлю. Пошли.
Пошли. Они любят играть в футбол вместе. И на лошадке, вместо лошадки папа у нас. Ева любит у нас и покататься на папе. Иногда она это даже требует. Лошади в боксах. Готовы? Готовы? Семья самое главное для тебя сейчас? Да, конечно. Можно сказать, что ради семьи тоже на старт выходишь? Сейчас, конечно. Сейчас 50, даже 60 на 40. 60 вся моя семья, 40 для себя. Уже с уверенностью могу так сказать. Поцелуй лошадку. С днем рождения тебя! Спасибо большое. Спасибо огромное. Спасибо большое. Ура! Съемки программы про Александра Иванского-младшего проходили в конце марта. И творческой группе телеканала «Конный мир» повезло. Мы приехали к Иванским как раз в день рождения Саши. Ему исполнилось 25 лет. Праздник именинник проводил в кругу самых дорогих ему людей, его главных критиков и одновременно самых преданных поклонников его таланта. Я всегда только за, чтобы они приезжали на все мои скачки. Это помогает просто нереально, когда ты садишься на лошадь, вот эта улыбка там на 6-5 зубиков, которая машет тебе, что-то улыбается там, воздушные поцелуи тебя отправляет. Самый сильный болельщик или самый такой яростный болельщик. Я кричу, машу руками, ору, могу скакать вдоль, а не в круга по асфальту, прям вдоль трибун. Своими ушами слышал, что когда едешь по финишной прямой, в Ростове много раз у меня было. И когда в трибуны въезжаешь, никого не слышно. Слышно общий план, общий шум зрителей. И слышно только маму, когда вот ты за победу бьешься, маму слышно отчетливо. Я его еще на ход ставлю, я иногда понимаю, что его надо где-то... Я ему говорю, да у тебя там не получится, да ты-ты-ты, он тогда заводится. И тогда он мне доказывает, что он может. И вот так тоже можно для профилактики. Нереальное чувство. Когда собирается вся моя семья на большие конные события, на большие скачки, что, вообще больше ничего не нужно. Спасибо. Дайте тоже. Мы не случайно завершаем нашу программу, акцентируя внимание на семье Александра. Они были вместе с ним на протяжении всей карьеры. Поддерживали, подбадривали, подсказывали. Мама Саши однажды отдала его в конно-спортивную школу, где он получил первые азы верховой езды. Отец стал примером для подражания и наставником. Мария и Ева – опорой и вдохновением. Поэтому, выходя на старт, Александр Иванской представляет не только своего знаменитого отца, а, пожалуй, всю свою семью. Все идеально. Я считаю, у меня в жизни сложилось все. У меня прекрасная семья по мере возможности. Не то, что постоянно, а по мере возможности мы всегда должны быть рядом.